Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 227 упражнение. Прочитаем задание. Нужно построить словообразовательные цепочки, выделить в каждом слове новую морфему и сказать какой-то разбор слова морфемным или словообразовательным. Это у нас словообразовательный разбор будет. Раз красавец образовался слово красавец с помощью приставки, а красавец образовалось у нас от слова краса с помощью суффикса. Далее, сверхготовность образовалась от слова готовность с помощью приставки, а готовность образовалась от слова готовность с помощью суффикса. Бесчеловечный от слова человечный с помощью приставки, человечный от слова человек с помощью суффикса. Ненаучный от слова научный с помощью приставки, а научный от слова наука с помощью суффикса. Прискучный от слова скучный с помощью приставки, скучный от слова скука с помощью суффикса. Доледниковый от слова ледниковый с помощью приставки, ледниковый от слова ледник с помощью суффикса -ов, а ледник от слова лед с помощью суффикса -ник. Вот такие словообразовательные цепочки у нас получились. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.